Шляпка. Ничего, это сейчас мне, подожди, не надо. Шляпка. Ну, поскольку подарок будет. Я помешана на мишках. Ты что? Да. У меня папа купил с детства мишка. Такой беленький. Маленький? Беленький. Ну, такой. Очень хороший. Мы же с ним сказки вместе читаем. Он сам рисует, я ему, конечно, чуть-чуть помогаю. И сейчас он уехал к друзьям на Северный полюс. Пока ты здесь поешь. Угу. Еще вторую фразу попоем. Ла-ла-лай, лай. Давай. Ла-ла-лай, лай. Ла-ла-лай, лай. Ла-ла-лай, лай. Ванечка, ты сейчас не останавливай, пусть она сквознячком несколько раз споет. Вторая была нормальная фраза. Ну что, еще раз спишь так? Будет кашлять, у нее усики отвалятся. Крылышки уже отвалились, если была бабочка, теперь это гусеничка. А, ну там, у которой тебе кокон, что ли? Ладно, да? Видишь? Ты жучок. В Вайдере будешь писать, теплая вода. Не, ну что, пишем? Прямо на меня. Поближе. Ла-ла-лай, лай. Ла-ла-лай, лай. Ла-ла-лай, лай. Ла-ла-лай, лай. Ты забыла, что я тебя просил? Ты же колыбельную поешь. А не медведем ребёшь на Северном полюсе. Ты же колыбельно поешь. Нежненько надо спеть. А ты как мишка на Северном... А ты как на Северном полюсе мишка. Ла-ла-ла-ла. Как будто ему холодно там. А ты как будто ты русалочки поешь колыбельно. Хорошо? Ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла. Хватит, я там отредактирую. Все, забирай свою гусеничку. Пошли. Куда пойдем? Ну пойдем в ту комнату сначала, там посмотрим. Ну, маэстро, несколько слов для наших зрителей. С детьми работать очень трудно, но очень интересно. О, интересно, тут же гусеничка-то, что вообще? Да тут вообще свой мир. Том мишки на севере, понимаешь, чем? Столько лет проведено на студии. Альбом еще нет, да? Перед записью волнения. Да. Ну, с детьми-то в первый раз? Ну, как первый раз? Нет, ну, Маша не в счет. Маша не в счет. Маша не в счет. Ну, вы вчера. Ну, с детьми. У меня в своих проектах дети писали слышку. Вот, замечательно. Вот это надо сказать. Кто там, чего там? Для истории рассказываешь? Ты же для истории рассказываешь людям, которые не знают. Да. Уже был опыт общения с детьми на студии. Хорошо. Причем в качестве студии выступала моя собственная спальня. И они там голосили так. А дело было в воскресенье в 10 утра. Все соседи спали еще. Да, они надеялись после трудовой недели, хотя бы воскресенье, да, хотя бы воскресенье утром поспать. Вдруг из-за стены заголосили дети. Радуюсь! Такими радостными голосами. И со всех сторон, сверху, снизу, слева, справа соседи начали колотиться в стены, как рыбы в аквариуме. Ну, мы в данном случае пожалели твоих соседей. Она ходила ко мне на вокал в это время. Жан, не отмазывай, не отмазывай. Ты не можешь к себе загнать, а потом у меня Шон не видит. Он унизит. Это воинство!
Родина. Следующая фраза. Священно. Это армия чиста. Пропустили переписку. Священно. Поют. Это же не хор поют, где снимается. Это армия. Артер, давай. Артикулируй. Чтобы не слышать. Пять минут. Все, кто-то хороший? Ну-ка. Это армия чиста. Следующая фраза. Подогрессивный парень. Меня зовут Ксюша Долбаш. А я Дарья Авдеева. Давно поете? С того года. Да, с 7 класса. Сколько? Уже 2 года. 2 года, да? Я тоже 2 года. Молодцы. Да. Не, а так я музыкально еще пела. Да. 9 лет. И еще что-нибудь, инструмент какой-нибудь? Пианино. Да. Это нам знакомо. Мучение, да. Теперь собираюсь побить свои рекорды и заняться гитарой. Правда, вряд ли мне дойдут до этого руки, но не важно. Хорошо. Что я хочу. Самое главное, чтобы было желание. Да. А там, может быть, сейчас... А что ему скажи? Я пою, я занимаюсь пением. Ну, нравится? Да, и еще мы ездим на конкурсы. Да, что вы? Это круто. На международные? Это рульно. И российские, и всероссийские. Побеждает она, а я так, между прочим. Ага, а ты ассистируешь? Ну да. Нет, хорошо. Я тоже езжу, но правда я никуда не могу. Она рульная чувиха. Да. Рульная, это что такое рульная чувиха? Это хорошо сказано. Да. 548-й. Я. С какой страны? Отлично. А конкурс какие? Вокальные, да? Да. Но я еще не только вокальный, я еще и в театре играю. Да что? Так, мне звонят. Эй, Савонаролы, марш, марш, армия детей! Савонаролы, марш, марш, армия детей! Савонаролы! Это один дубль, да? Еще два. Марш, марш, армия детей! Савонаролы, марш, марш, армия детей! Савонаролы, марш, марш, армия детей! Савонаролы, марш, марш, армия детей! Савонаролы! Это воинство священно! Это воинство священно! Это армия чиста! Не знаю. Девчонки? Там не скинуто, вы наверх-то не ходите. Это армия чиста! Падай, грешник, на колени. Кто учил нас о милости, будет взывать. На 5 метров. Готов. Наивный ангел, не убийца, не вор.